Блять, даже пацаны просто нахуй двадцатку так. Если кому-то будет эти копейки, интересно, нахуй. Ну, там... диван, шкаф, стол, письменный, матрас, сумки с вещами. Грузовой лифт есть. Получается, первоначальная стоимость на 2 часа... Что, парни, заказчица у нас оказалась чуть-чуть умнее, чем мы думали. Вон, получается, будет слегка немножко видно. Ну что, парни, только мы выгрузились, получается. Кого-то уже спешим расстроить, а кого-то обрадовать. Вот. А ну из какой категории вы, мы не знаем. А вот Яндекс, я же говорю, бес вселяется в Яндекс, когда выходишь. Потому что, блядь, это, ну, как бы весело. Хуйню можно погородить, а здесь... Смотря наши видеоролики, многие люди могут подумать, что в Яндексе, да и вообще с двумя грузчиками просто шоколад, просто мармелад. Так скажем, медом намазано. И вот, просят они кого-то, товарища, либо нанимают грузчика, либо брата берут. Выходят работать и обсираются, и понимают, что не все так просто. Все, пацаны, доброе утро всем! Александр, Дмитрий, как обычно, вы на канале Ради Голды, работаем в экипаже с двумя грузчиками, кузов L, ну, по Яндексу, ну, и там свои какие-то клиенты. Всем по традиции хорошего дня, приятного аппетита и отличнейшего настроения. Все, ребят, у меня все, поедем по Яндексу, еще свой клиент есть, все покажем, расскажем, передаю этот микрофон, этот патефон, который стоит 6500, мы его брали, да, вот, на который записываем, на эту болванку, которая 6500 стоит. Ведь многие думают, что, опять же, еще вот пришло на ум, что многие думают, что здесь от этого зависит, от камеры зависит, надо что-то брать. Они понимают, что, пацаны, если бестолково, если нет харизмы, то нахуй ты никому не нужен. Все, ой, правда. Парни, на улице просто жаришка, просто пекло. В связи с этим мы решили одеть шорты сегодня и, соответственно, посмотреть, насколько они у нас удачные. Ну, а насколько они у нас удачные, опять же, мужики, узнаете в этом видео, да и мы тоже, соответственно, узнаем этим днем. Все, еще раз желаем всем приятного просмотра и начинаем. Ну что, братцы, предлагал нам уже Яндекс за горсточку сухарей поработать. Чиферок, коэффициент был 500 рублей, я даже сделал скриншот, ну вот, ну, два грузчика, большой кузов, но был послан куда, сами знаете. Куда. Приняли заказ, парни, коэффициент был 1400 рублей, перевозки будет 2 рулона ткани, один грузчик, большой кузов. Подавать машину 11 километров, вон, 15 минут, 12 часов будем там, получается. Ну и после этого заказа уже направимся к своему клиенту, поскольку время уже похоже, что не позволит нам больше. Опять же, что будет дальше, посмотрим, там может быть что-то еще успеем. Так, мужики, находимся мы в Дзержинске сейчас, на данный момент, получается, грузимся. Нас загружают, заказ у нас с одним грузчиком, но мы в погрузке не участвуем. К перевозке будет много рулонов тканей все-таки. Человек, который звонил, ну, с которым созванивались, он перепутал слегка. Вот, что, тонна 300. И везем все это дело на шоссе энтузиастов. Вася, хуй. Так, мужики, мы уже загрузились. В погрузке не участвовали. Получается, ни я, ни брат. Сейчас покажу вам количество. По количеству вот так вот. Было заявлено то ли тонна 200, то ли тонна 350. Так, парни, едем, короче говоря, на проезд завода «Серп и Молот», шоссе энтузиастов. Предварительная стоимость 4032 рубля, да? Яндекс дает в путь сейчас 3 минуты, ну и ехать туда там что-то с минут 45-50 буквально, 25 километров. Че, пацаны, от себя, если добавить, вот, не знаю, как по моим, вот, ну, как бы, знаешь, по такой рыночной, здесь то на 200, если вот реально все быстро, ну и там еще вот как здесь не грузили, вроде бы там не будем разгружать. Если чистыми за 4 косаря, ну, как, знаете, нормально. Нормально, вот честно. А так, если вот как по Яндексу, трешка, ну, немножко, пацаны, маловато. Трешка это, ну и какой там даже, может, трешка не будет, потому что я не знаю. Так это, так опять это же, коэффициент был 1400, почти, да. Ну, и грузчик один указан, получается. Да, поэтому, вот, пацаны, ну, шляпа, чё. Невыгодные заказы, ребят, ну, потому что мы же знаем, какая стоимость может быть, и у нас свои клиенты, поэтому, блядь. Поэтому или такое, или никакое хотя бы. Приходится пока вот так. Приходится пока хотя бы такое вывести. Наверняка вы знаете, что с сентября в России вступил в силу новый закон о такси.
Поэтому Экспертпарк недавно запустил программу для работы парковым самозанятым. Экспертпарк – это крупнейший партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Заставка в России, а также сотрудничество с Яндекс.Едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк с прозрачными и выгодными условиями работы, я рекомендую вам Экспертпарк. Экспертпарк 2.0 – это сниженная комиссия, а именно 40 рублей в сутки. Также автоматические ежедневные выплаты без комиссий. Это 4 сервиса моментальных выплат с минимальной комиссией в 2%. А также бонус за каждого привезенного друга в размере целых 1500 рублей. Также присутствует круглосуточная квалифицированная техподдержка, а также колл-центр. Также есть возможность работать как физическое лицо с комиссией парка всего лишь, друзья, 50 рублей в сутки. Если же у вас остались какие-либо еще вопросы, то обязательно обращайтесь в техподдержку парка или же звоните в колл-центр. Все контакты я оставлю под этим видео. Обязательно подключайся и работай с лучшими. Че, мужики, находимся мы уже на выгрузке. Находимся здесь минут 20, если даже не больше. Угу, 20, нас выгружает уже даже 40. Конечно. Ну, нас выгружает всего лишь 2 человека. Здесь 10 минут бесплатных. И, блядь, и 40 платных, 50 уже. Уже 50 даже, ну. Нас смотрите, выгружает всего лишь 2 человека. Не знаю, Дима вам, блядь, сказал, не сказал, смотрите. Не сказал, блядь, еще идиоты. Ничего. Заказан с одним грузчиком, кэф был 1400. Ну, там, не помню, с какими-то копейками, блядь, скриншот как-то не сделали. Вот, взяли. А этот, блядь, рулон, он весит более, 30 килограмм. То есть, в одного его, блядь, не потянешь. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Парни вдвоем грузят. И это все, блядь, они на четвертый этаж поднимают, а мне, типа, напарника нет. Ну, типа, бесплатно сижу. Не знаю, пожалуются, не пожалуются. Ну, как да вы как знаете, вообще похуй. Ну. Если можно проебаться, а что не проебаться, ну, блядь. Закажи ты, блядь, с двумя грузчиками. Я нихуя. Взяли бы, сделали его. А парни заносят, получается, на четвертый этаж без лифта. Как но, сказали охранники. Но самое, что важное, что ну никто не напрягает, как бы все нормально. Я думаю, никто и слова не сказал. Ну. Но тут, пацаны, что, если бы он был без грузчика, эту хуйню бы мы, скорее всего, не брали бы. Если, ну, чисто что с грузчиком, хотя бы цена чуть повыше, ну, взяли. И потом на своего клиента попрем. И все, и еще на своего. И потом клиента. Еще один заказ у нас нарисовался тоже. Да, а завтра ничего нету своего. Тоже будем Яндекс. Ну, все, парни, ну, и все ждем, пока что, смотрим. Ждем. Дальше расскажем, да, что там. Да. Заказчица у нас оказалась чуть-чуть умнее, чем мы думали. Вон, получается, будет слегка немножко видно. Получается, выгрузили здесь, около входа. Брат помогал, участвовал в этом, поскольку у нас один грузчик указан. И все, сейчас закроем заказ, покажем вам стоимость. Итак, предварительная сумма была 4 032 рубля. Платного ожидания захватился час. Получается, подтверждаем вручение. 5761 получилось у нас всего лишь. Ну, пойдет. Ну, не так уж все и плохо, как бы, учитывая то, что заказ с одним грузчиком. Пойдет, мужики. Нормально, мужики. Бывало и лучше, но... Ну и могло бы быть и хуже, как говорится, да. Поэтому... Через 200 не так все и плохо. Сейчас оно обновится. Поверните направо. Будет чистая обновиться стоимость. Покажем. Вот, парни, обновился этот заказ. Смотрите, 5761 получилась сумма. А сколько, Димон, посмотрел? Дзержинского. Получается, за время... Да. По времени потрачено было 2 часа. Взяли его без 5.12. А, ну вот, нормально. Что у нас? 1500 комиссии, то есть 5700 минус 1500, это 4200. По пробегу данный заказ занял 23 километра пробега. Сейчас направляемся к своему клиенту. Че, куда едем? А в Митино поедем. Едем в район Митино, парни. Будет небольшой квартирный переезд. Что по вещам, что по стоимости. Естественно, покажем потом вам в процессе. Ну и пока что все. Поехали. Че, мужики, пользуясь случаем, немножечко повыебываюсь. Вы же любите, когда я выебываюсь. Это все понятно, просто вы не говорите. Шутка. Че, пацаны, как вы сами, блядь, видите, если ты умеешь работать, если ты, блядь, адекватный парень, то и в Яндексе можно заработать. Даже если 4 за 2 часа мы вот возьмем, да? Блядь, ну что, это плохо разве за вон, сами видите, там, взял и за 23 километра, ну, это я уже в пути все это учитываю, за 2 часа. А с клиенткой 5700 списала. Вот такой вот переезд у нас, парни. Получается, загрузили все в один грузовой лифт. Вещей очень мало. Ну, только единственная габаритная такая, более-менее габаритная. Кроватка детская. Платят за это, парни, 7000 рублей. Вот.
Ну, просто и... если потом забудем да. сказать, что... Да. Наперед было. Уже называемся. Потому что интересно же все равно, когда стоимость называешь, а просто, блядь. А когда ну, ты... Что, пацаны, еще пока мысль есть? Здесь не будет таких эмоций, потому что, ну, все, вот, все знаешь, что едешь, куда едешь, блядь. Поэтому я вот говорю. Здесь так, на, знаете, на этом, на автомате работаешь, а вот Яндекс, я же говорю, бес вселяется в Яндекс, когда выходишь. Потому что, блядь, это, ну, как бы весело. Хуйню можно погородить, а здесь какую хуйню? А здесь какую хуйню городить? Хороший легкий переезд заказ. Переезд. За, сука, за 15-20 минут загрузились и поехали, блядь. И 7 тысяч заплатили. А в Яндексе, блядь, вон, усрали вчера, как черти ебаные. И, ну, 12 заебись, конечно. Все, парни, ложу камеру, начинаем выгружать. Все, парни, вот такой вот маленький переезд. Перегрузили в машину. Ну, как вы видите, ничего там сильно дальше и нету. Да. Вот. Что еще, парни, от себя хотелось бы добавить? Вот, я уже не раз упоминал, вот в чем фишка, когда у тебя нормальная большая грузовая машина, ты можешь брать заказы и маленьких, и, блядь, и портеров, и большие также заказы. А когда у тебя, не знаю, там Ларгус, либо это, то ты, нахуй, ограничен. Поэтому все, кто топит за Ларгус, ну что, извините, что немножко, блядь, стебанул. Ну, вот так вот. Да понятно, можете там... кто на Ларгусе там и так далее, сравнивать как в Яндексе. Но на Яндексе же, пацаны, свет клином не сошелся только. И опять же, блядь, есть и люди, которые в Яндексе там за 1000 батрачат и считают, что это нормально. Все, пацаны, удачи. Едем выгружаться на восток, на среднюю Первомайскую, мужики. 38 километров в час в пути получается, показывает у нас навигатор. Так что... Так что, парни, что хотел бы сказать. Если вы будете эту парашу бегать по городу за 1000, за, получается, на грузовой, на большой машине по 2000 собирать, то мы так никогда никого не победим. Как-то так. Так, друзья, находимся сейчас уже на средней Первомайской. Мы уже по-быстрому все выгрузили. Выгружались на первый этаж. Ничего не снимал, камера была в машине. Получается, едем в Балашиху вот на следующий заказ, на следующий переезд. 20 километров, час 4 минуты, показывает нам навигатор. Время у нас уже 17.03, в 6 часов приблизительно будем там. Ну и, соответственно, наверное, пока все, поехали. Пока не забыл, еще раз хочу упомянуть, что стоимость данного заказа вот этого, который сейчас отвезли, сейчас выгрузили, была 7000 рублей. Так, парни, находимся мы в железнодорожном, получается, немножко за Балашихой. Уже загрузились, на загрузке ничего не снимал. Ну, там буквально у нас сколько в общей сложности, может быть, в один грузовой лифт поместилось. И поместилось бы при желании еще столько же, сколько поместилось, короче, ну, то есть вдвое больше. Там у нас 8 или 10 коробочек побольше таких, ну, обычных, стандартных, как вот коробка Валперис. И поменьше там книжки связаны или что там связано, тоже штучек 10 буквально, может там чуть-чуть больше. Не знаю, на выгрузке, может быть, покажу, потому что здесь клиент стоял. И, ну, не стал я, естественно, показывать ему камеру и так далее и тому подобное. Едем вот в Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулево, около Орехово-Зуево, 70 километров, получается, час 40 минут. Самый кратчайший путь. Ну что, друзья, находимся уже в небольшом городе Ликино-Дулево. Разгружаемся вот в такой вот дом. Здесь у нас, получается, 6-й этаж и пассажирский лифт. Вот. Количество вещей, сами видите, как я и говорил, очень-очень мало коробок. И, получается, столешница. Стол разобранный маленький. Все, сейчас быстренько поднимаем и в целом-то можем быть свободны. Ну что, парни, только мы выгрузились, получается. Кого-то уже спешим расстроить, а кого-то обрадовать. Вот. А ну, из какой категории вы, мы не знаем. Выбирать лишь вам. Смотрите, позвонил менеджер, получается, City Start. Выдал нам вот такой вот заказ на завтра к 9.30. Долгопрудный, получается, небольшой квартирный переезд. Класс авто средний. Диван, шкаф, стол письменный, матрас, сумки с вещами. Грузовой лифт есть. Получается, первоначальная стоимость на 2 часа 8050 рублей. И стоимость доп. Часа, вот она, стоимость доп. Часа. Авто 1150 и грузчики 1600. Да, 2700. То есть, получается, 2750. Ну, да, поменьше, блядь, почти на косарь. Угу.
Но поскольку здесь адреса долгопрудный, может быть, оно и не вытянется. Но... Да. Ну, стартанем вот. С этого. Ну, стартанем с этого. Все-таки 6 тысяч. Получается, все равно плюс-минус там 6 тысяч чистыми с этого заказа получается, если за 2 часа. Да. Все равно очень хорошая сумма, если, ну, вот так вот начать с утра и класс авто, то есть средний там будет немного. Да, нормально, поедем. Ну и все, парни, на этом моменте поедем домой. Что, по этому заказу, Дима говорил, мне говорил, десятка. 10 тысяч рублей. С предыдущего семерка и по Яндексу 4200. Там 4 с копейками, ну, 4200. Сложите сами, да. Да, блядь, даже пацаны просто нахуй двадцатку так. Если кому-то будет эти интересно. Копейки, нахуй. Ну там, минус бензин, там давайте похуй. Вот сегодня немножко же было как бы пробег. Ну я не знаю, ну пускай двушка будет. Ну там на обслуживание давайте двушку откинем. Ну и вот что осталось нам, то осталось. Короче, здесь же, сами знаете, контент, он не столько про бабки, сколько про веселость, про хуёлость. Сколько именно про саму жизнь. Сколько, да, нести хуйню. Сами моменты. Да. Я отвечаю за нести хуйню, чепуху, городить нахуй. Да. Я не столько несу хуйни, ну извините.